она привязана. Ага. Если у кого стоит, можно менять. Можно менять. Угу. Это тоже важно. Немножко идем ветер. Ветер подует. Мне ничего не надо делать. А? Мне ничего не надо делать. Только будем ходить. Тебе только ходить надо. Все. Если ты еще ходить не будешь, тогда уже. Ну да. Карточка здесь. Карточка ждем. Пару шагов вперед. Готовься идти назад. Идем вперед. Садись. Ну что, страшно? Нет. Если вдруг будет укачивать, то заранее скажи. Там невеста еще нет, но я не приехал. Я обычно в конце. Дороги нет? Ну, уже нет. Раньше была. Когда люди жили, там все было. Просто никто не живет. Да, просто пешком, да, добраться. Ну, если захочется. Ну, да. Все уехали лет, наверное, 30 назад, я вот последний уехал. Ну, экскурсии там все тоже. Поближе к Макдональдсу. Ну, да, да. Святое. Потому что здесь как-то сложно что-то приготовить. Конечно. Надо какой-то, не знаю, там, дикого барана загнать, чтобы что-то сделать.
так вообще оно голубое, потом, да? Голубое будет. Ну я была здесь зимой 4 года назад, вот оно было голубое. Ага. Ну если где-то здесь ворота какие-то, да? Ну как оно? Вообще меня всегда укачивает. Сейчас нормально. Ты же скажешь, что я просто говорю, это есть и ты хочешь. Трюки. А что за трюки? А? Что за трюки? Ну, развороты, перевороты. Ну, это весело такое. Ну, другое, но... получается. Но не безопасно. Конечно, да, не страшно. Я не буду делать еще опасного, я скажу. Время летает, поэтому мне не выгодно. Ну давай. Попробуй, да? Да. Ближе, чтобы мы повыпендривались перед теми. Нет, нельзя над проводами. Писали, чтобы безопасно. Да. Уже начинаю. Прикольно. Вес. Это другой полет. Да. Как прикольный. Это не видите негативного, если ну, да. Нет.
Все? Да, земля. Мало. Если больше, то будем в землю. Будет опасно уже. Я говорю, я только безопасность повторяюсь, поэтому... Только, ага. Я не знаю, очень-очень-очень большая. Ну да. Когда будем садиться, ножки вверх поднимай и держи. Ага. Если скажу пару шагов, значит сделай пару хорошо. Шагов. Хорошо. Только если скажу. Ножки повыше? Пару шагов. Опа, не придуши. Да. И такие стропы, они очень такие острые. Да, аккуратно сюда. Так. Давай, сейчас сканируем. Только у меня в машине. Поздравление. Спасибо. Пожалуйста. Видео. Все, ребята, все, пока. Компания SkyTaxi. Куда вылетит? Да.